Владимир, все это место занято. Ну здесь повыше еще лучше даже, смотри. Номер 15 – Карасев Дмитрий. Номер 10 – Петюжнов Антон. Номер 7 – Щербак Денис. Главный тренер команды – Бойко Сергей Сергеевич. Резервные составы команд. Запасные команды – Кулеву, Торпедо Владимир. Номер 16 – Вратарь Карин Филипп. Номер 3 – Пуков Руслан. Номер 11 – Кузьменко Александр. Номер 18 – Дараканов Евгений. Номер 19 – где? Там в нижнем, на хоккей. Свитка небольшая. 11 метров давай. Блин, осмотрел. Как ЦСКА с этим играл, то значит. Давай,
Я вот в неделю Андрюхе положу, я к нему на склад поеду. Я с Вадимом с ним вообще не разговаривал. А у него где? Вадим, ну, Тирон уже отдельно сам настоял. Я с Тироном тоже работаю. Это Тирон уже сидит у Филатова в общаге на Фейсбуке. Где Чайникова на кофе. Помнишь, там Андрюх Чайников? Вот на Филатова. Прям вот. Я не на руку.
трехом, блядь, еле-еле. Деньги дают, да? Нет, Иван уже 16 лет по 10 тысяч не могла платить. Мэра меняйте, мэра меняйте. Нет, еще я скажу. Защитник, блядь, никого не может. Против «Зенита», мне кажется, полстраны подают, потому что там такие сумасшедшие деньги. Я против «Зенита» подают. Красиво Дмитрий, номер 15. В игру вошел номер 23, Кивери Никита. Я знакомый. Спросил Андрея, он знакомый, блядь. Он маленький, но толстый, блядь. И он бегал, как будто с полками. Цветочки там, футболист. И голый забил. Карточку давай, карточку. Не, она пусть там женщина. Да, хоть команду сделать. Не деньги не есть, бля. А эти уехали в 3 часа, играют с Курлом. О, давай, мужики! Составив футбольного клуба «Торпедо Владимир», вместо Брягина Сергея, номер 8, на поле вышел номер 22 Куршаков Александр. Ничего! Мастер-класс будет. Футбол, по-моему, один. Вошел в штрафную. Вперед, а не назад.
Ну падаем же там. Иди, говори, дальше падай. Опа, опа, давай, давай, давай. А, не, ну давай, что? Ничего там. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку.